Так, это все, конечно, интересно, но стоит вопрос, а где Хелия? Вот бы штуки три Хелии надрафтить, ох, было бы хорошо. Че, черви у тебя? Давай, червей, я готов их побеждать. Давай, червей, давай, давай, подеремся. Ах, вот она Хили. Теперь это... Погоди, погоди, не топ-декайся, чума, не топ-декайся, погоди, погоди, чума, не топ-декайся, пожалуйста. Подожди, Хили, подожди, пожалуйста, прошу тебя, подожди, Хили, не топ-декайся, чума. А вот после Хили сразу топ-декайся, по 5 штук. Хили, погоди! Вот это я себе сдал, конечно. Топ-хан, ты хуе сейчас. Так, чума, не топ-декайся, не топ-декайся, чума. Не топ-декайся, чума. Ну, можешь одна максимум, не больше одной. Все, хорошо. Но после хили, чтобы вся чума сразу полезла. Я ему зашафлил 3, 2 и сейчас еще 3. Сейчас будет 8 чумы. 8 чумы там будет. Там каждая третья карта чума, не считая вот этих еще. Тут еще 3, это 11 чумы. Так, а ты труп оставляешь? Нет, не оставляешь. Очень жаль. Очень жаль, что ты не оставляешь труп. Хан нравится. В шоке там сейчас. Нихуя ему показал. Не, он, конечно, может еще отбиться, если у него там хорошая колода и хорошая сдача, но старт такой. Еще, ну, зависит от того, как чума бы. Ох! Началось, блин, давай! Еще! Бедный хан. Ну, каждая третья карта чума. Вон уже пошла жара. Бесплатные существа, да еще и с трупами. Да еще и с трупами! Ага! Извините. Задумался. 9 чумы там сейчас в колоде у него. Вот еще 2, 11. Его. Ого, нихера себе. Нихера себе. Ребята, я не в курсе. Чуму мне, чуму, срочно, чуму. Чума! 10 чумы в 30 картах. Чума! Чума! Ты чё, блядь? Какой еще сучка стрел? Ты чё? Мне недавно, я выкладываю какой-то ролик по арене на YouTube. Мне YouTube присылает. Вашему контенту присвоен контент для взрослых. Плашка 18+. Пример места, из-за которого устанавливается эта плашка, вот по такому-то таймингу я открываю, а там матом. Что-то мне не повезло, я там все высказал. Все высказал, что об этом думал. Так, можем сейчас похилиться. Но лучше задоминировать пока стол, да? Да, думал, что задоминировать стол. Эта штука еще пригодится. Так, ну давай последнюю чуму тебя засунем. Блин, плохо ли он эта штука моих клевых урдалаков убивает, прикинь? На халяву. 11-я чума. Ну давай. Ну неплохо, кстати, неплохо. Еще, еще, да, еще. Больше чумы. Да! Да, чума. А есть какая-то ачивка? Достань 3 чумы подряд. 4 чумы подряд! Чума! Давай пятую, блядь! Ах, всего 4 чумы. Повезло хантишке, конечно. Хантишка там сейчас в шоке, наверное. В Ландере так не жарят, как здесь. Очень веселая игра, когда завозят Хелию и Чума тут декается. Когда не завозят, вообще не веселая. Может быть только один Так. истинный король. Ну ладно, после такого везения
Хелия должна лежать на дне, мы должны проиграть, по идее. Все остальные шикарно глупые. Сука, смешно. А что, у меня тоже Хелия может быть сейчас у меня? Блин, эта сдача не такая веселая. Веселая сдача! Не весело! Ну, может быть, это его 3-3 еще скопируем, если повезет. Ну вот, началось в колхозе утро. Там у меня Хелию скопируем, смотри. Давай сразу. Так, ну у него уже один красный цвет он показал. Блин, а вот это срань, кстати. Это прям сраная срань. Она настолько не в кассу. Это что за карта такая? Придется сюда удариться, чтобы он не мог хилиться. Надеюсь, он сейчас ничего такого хитрожопого не придумает. Ты тут хитрожопой нам такое не давай всякое. Клёво дала, теперь его копировать нельзя. Ты, тоже неприятная карта. Прям, ну, неприятная. Мы превратились в копию чумы. Потрясающе. Зашибенски. Шутка. Ты. Но мы сейчас будем расходовать трупы. Мы тут генерим трупы, тут расходуем трупы. Тут генерим, тут расходуем, тут рыбу заворачивали. Ты что задумал? Ты что задумал, скотина? Нет, ну скажи, ты что, охуел там что ли? Можем нанести 3D. А можем потратить 5 трупов, кстати. У нас тут трупы неаккуратно потратятся, да? Мы их, конечно, потратим. У нас есть красивый ход, который бы мне понравился. Что-то прям красивых-то не видать. Только некрасивое. Ну, походим средне красиво. Конечно, хотелось бы Хелию. Хочется Хелию, знаете ли. Хочу Хелию. Эх, как хочется Хелию. Вообще неплохая карта. Ну ладно, попробуем поймать что-нибудь пожирнее в него. Смотри, как он без уважения с клевым вурдалаком. Ой, у меня хп уже что-то 16, да? Мия порка, Мадонна. Что ж ты делаешь? Ты шакал-то паршивый. Удар чумы тут не очень хорошо подойдет. О, у тебя тоже клевый вурдалак? И у меня есть клевый вурдалак? У нас обоих есть клевый вурдалак. Мы с тобой оба клевые челики, правильно? Может быть, мы тогда на нем и остановимся, как вы считаете? Может быть, он достаточно клевый? А потом вот это сыграем, и они переродятся. Давай попробуем. Сейчас надежда на вот эту карту. Если мне зачистят стол. Они один раз дадут перерождение и один раз снова призовутся. А еще можем копию этого сначала сделать. Тоже будет круто. Стал бы сейчас встречаться с 18-летней девушкой. Ну, не знаю, только если бы она мне, ну, прям очень бы понравилась. И только при условии, что она была бы не отбитой на всю голову. Ну, то есть, если бы она, по сути, была бы не совсем 18-летней. Не, ну, есть 19-летние девушки с мозгами, что это? Выебываюсь-то тут. Есть.
Так, мне надо сейчас не запутаться, кто где. А ты с какой целью интересуешься? Что, предложить мне что-то хочешь? Тут у нас сейчас на самом деле будет маловато этих, кстати. Будет маловато призывов, всего один. Может еще ход придержать, может хуй с ним, пускай стоит. Пускай стоит, насрать на него. Пускай стол выставит. А, с парнем, конечно, да, 18-летний, конечно. И тут вообще вопросы. Так, где Махеля, где его чуман туда? Я что-то не понимаю. 16-летний, это чересчур. Если бы мне было 16, то да, но мне чуть-чуть не 16. В Йемене таких много. Еще и ехать куда-то, это небось, на метро. Что-то у тебя нет жирных существ, которого хочется убиться. О, ёб твою мать. Всем по демеджу. С 50-летней. Возвращаемся к вопросу. Ты что-то конкретное предложить хочешь? Так, тут плохо видно. Значит, ты уже перерождался, да? Еще непонятно, в каком порядке они будут отдаваться. Мое правление вечно. Он сейчас всем ёбнет, значит, перепризываться нужно на следующем ходу. Дадим сюда перерождение, на всякий случай. А то мало ли он еще как-то зауешит сейчас. Ну, наверное, чисто ради трупов. Хотя ему тоже можно было дать перерождение. С 50-летней, сомневаюсь. Не знаю, о чем с ними говорить. Я, конечно, уже начал столы сам делать. Но... варенье еще не начал из закрутки. Так, ну ты здорово поуешил, конечно. Ох, ебаный ты в рот. И опять мало перерождения сейчас, смотри. Некуда перерождаться всем этому говну. Толку-то сейчас перерождаться. Настоечки? Ну ты настоечки-то не трожь. Кто из вас в каком порядке вставал на стол? Кто пойдет и умрет? Сейчас обидно за всех 50-летних. Ты знаешь, я тоже нетипичный представитель своего возраста. Так ну о том и речь. Я не представитель своего возраста. Именно это я имею в виду. Не знаю, чуть обидно за 50-летних. И вот тебе 50 лет, Нина, очень идут. О, это хорошо, отсюда можно уебаться. Блять. Вот ты мудила. Вот ты мудила, ты не туда уебался. Ну сейчас никто не перепризовется. Да твою мать, что за подкрутка? Что-то он хилится быстрее, чем я его убиваю. Где моя хелия, блядь, сраная? Опять на дне лежит. О, Изера, здравствуйте. Ну ставь Изеру, я в ней убью все мелочи свои, давай. У меня дека на клёвых вурдалаках. Сейчас клёвого вурдалака убью. Умирай, клёвый вурдалак, ты же клёв. Твою мать, еще и спиздил. Еще и спиздил. Прикинь, у меня по краям стоят чувачки. Но он бы в любом случае спиздил. Твою ж мать. Шо ж ты, сука-то, делаешь такая? Ну шо ж ты, шакал-то паршивый, такой-то делаешь? У меня сейчас все вурдалаки уже кончатся. Мне некого будет перерождать.
Ну, шакал ты паршивый, конечно. Левые урдалаки помирают. У меня есть для тебя мешок. Судьба зовет. Что, сюда уебемся, получается? За дракон-то интересно. Это я еще и протупил, да? Это я еще глупо сыграл. Ой, гном, дебил, блядь. Ну, дебил, блядь, дебил. Надо как-то дожать. Держал и обосрался с этой карты. Главное, чтобы сейчас стол не зачистил, то можем не дожать. Хелия, блядь, чума, блядь, где? Там 5 хп, дайте что-нибудь. Чума, хелия, чума. Там ты что, с ума сошел? Хелия! Мать твою. У нас вообще будет возможность эту штуку сыграть? Или надо на стол ставить, чисто в лицо долбить? Кажется, мы уже не зафиналим. У нас дек слишком дешевый. Не знаю, Данил. Не думал об этом. Вырасти само решит. Кажись, дожали? Дожали. Без Хелии дожали, прикинь. Ай да гном, ай да скилл. Чума не пришла, Хелия не пришла, а мы его продавили все равно. Клевыми вурдалаками. Это я еще обосрался с двойкой, не смог ее хорошо пихнуть. А мог бы хорошенько пихнуть, знаешь ли, двойкой.